Приветствую, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фонда рынка. сегодня это небольшой обзор за пятницу, 24 сентября. Обсудим с вами ситуацию в Поднебесной. Китай запрещает все виды криптовалют, любой вид деятельности. Поговорим с вами о ситуации на рынке нефти. Конечно же, обсудим валютную пару рубль-доллар. Ну и частично затронем мы все-таки события политические. Это санкции против России и будущие выборы Федеративной Республики Германии. Итак, Дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации именно на фондовых рынках. Ситуация сегодня довольно-таки смешанная, больше даже можно сказать, что умеренно негативная, если мы смотрим с вами конкретно на Европейский театр действий. Если же мы смотрим с вами на азиатскую торговую сессию, то здесь разнонаправленная динамика. Китайцы находятся в очередной раз под давлением, японцы отскакивают на 2% вслед за своими коллегами из Соединенных Штатов Америки. Но что происходит на самом деле сейчас Китайской Народной Республики. Мы с вами видим, да, что китайское правительство продолжает ну, интервенцию, вливать ликвидность. Сегодня это составило более 70 миллиардов долларов. И это довольно-таки серьезное такое вливание уже происходит несколько недель подряд. Но пока что эти вливания основного действия своего, конечно же, не оказывают. Эти вливания происходят на фоне того, что довольно-таки серьезная ситуация с китайским застройщиком Эвен Грейдж. Но мы с вами уже на этой неделе много много раз об этой ситуации говорили с различных сторон, рассматривали различного рода сценарии и общий консенсус наш, можно если подвести вывод, то скорее всего китайцы просто-напросто не дадут, да, просто так обанкротиться данному крупнейшему своему застройщику и скорее всего правительство Китая пойдет на выручку, но это единственное, да, о чем мы сейчас с вами можем более или менее конкретно говорить, но ситуация все равно складывается довольно-таки неприятной и игроков любое негативное высказывание в сторону Эвен Греч начинает немного нервировать. Одновременно с этим аналитики сетях группы сделали такое небольшое предположение, что они опасаются, что если происходит замедление темпов экономии, роста экономики Китая, то, конечно же, это, в свою очередь, должно серьезным образом отразиться на экономике развивающихся стран, особенно сырьевых экономик. Раз мы с вами прекрасно понимаем, что экономика Китая будет замедляться, соответственно, будет замедляться и потребление различного рода товара, в том числе нефти, газа. Мы с вами знаем, да, что они борются с тем же самым углем, да, с выбросами. Конечно же, все это будет отражаться и на фондовом рынке, в том числе и нашем российском. Поэтому здесь мы с вами должны держать руку на пульсе и внимательно сейчас отслеживаем Азиатский Тихоокеанский регион. Больше не Японию, а именно Поднебесную. Если мы с вами смотрим на Европейский театр действий, то сегодня они находятся под давлением, да, после нескольких дней дней довольно-таки неплохого движения поступательного вверх. Мы с вами видим, что и немцы, и британцы сегодня в красной зоне. Немцы сегодня более серьезно падают. Британцы ну, так и себе на процента. И здесь, говоря про Британию, прежде чем перейти на наш российский фондовый рынок, стоит сказать, да, вчера прошло заседание Центрального банка Англии, где ставка-то осталась без изменений, но мы с вами должны прекрасно понимать, что именно английский регулятор может эм начать первым поднимать свои ставки из-за того, что начались вот довольно-таки серьезные волатильности на рынке газа, и это своего рода может подстегнуть еще выше инфляцию. На Туманном Альбионе инфляция показывает бешеный рост, и, конечно же, Центральный банк Англии этого очень сильно опасается, и есть уже предположение, что либо к концу этого года, да, в декабре месяце, либо в самом начале февраля месяца 2022 года Центральный банк Англии начнет истребить политику и начнет его поднимать свою ставку за этой ситуации тоже нужно будет обязательно внимательно следить посмотрим кто все-таки да первее сдается мы много раз с вами говорили что э, кто фактически первый начнет поднимать ставку то тот на самом деле и окажется в дураках но это именно касаемо уже про экономики развитых стран возвращаясь на российский фондовый рынок мы сегодня с вами видим что и мы тоже находимся под небольшим давлением полпроцент Теряет индекс московской биржи, 70% теряет индекс РТС. Но на самом деле здесь пока что особо страшного ничего не происходит. Мы четко удерживаем уровни. Да, я говорю, страшного для быков здесь ничего не происходит. Уровни выше 4000 пунктов индекс московской биржи удерживают. Уровни 1700-1750 удерживают и индекс РТС. И пока что это больше смахивает все-таки на какое-то коррекционное движение. Хотя тревожные новости в адрес Российской Федерации продолжают поступать. Мы с вами знаем об аресте финансовом Директора компании Наватек, это Джет В, который был задержан. И все это, конечно же, можно связать с общей такой риторикой со стороны Запада. Кстати, акции «Новотека» на этом довольно-таки серьезно стали терять свои позиции. Но если мы с вами начинаем связывать все в единую цепочку, то образуется довольно-таки неприятная ситуация. Мы с вами знаем, что палата представителей одобрила поправки в оборонный бюджет, где уже внесены санкции против вторичного государственного долга Российской Федерации. Мы с вами на эту тему более подробно говорили во вчерашнем видеообзоре. На текущий, конечно же, момент, пока рынки находятся вот в таком благоухании, когда все хорошо, это особой тревожности даже у Минфина и у Центрального банка Российской Федерации не вызывает. Но если начнутся какие-то нестабильные времена на фондовом рынке, соответственно, это будет отражаться с собой и на долгов рынке в том числе еще неизвестно, как э, закончится история с китайским застройщиком, а это как раз-таки может быть таким небольшим предвестником на кризиса на долговом рынке. А долговой рынок, он намного мощнее, чем тот же самый фондовый рынок. И вот тогда как раз-таки Российская Федерация может познать плоды от вот этих цветочков, которые сейчас расцвели. Ягодки, как говорится, всегда будут уже намного позже. Мы с вами одновременно с этим помним, что... Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции против отдельных некоторых юридических и физических лиц, крупнопоставленных да, Российской Федерации, крупнопоставленных чиновников, куда входит тот же самый и Мишустин. И вот теперь арест финансового директора Новотека. Все это, конечно же, говорит нам о том, что западные державы, западные наши партнеры начинают новую такую эскалацию конфликта с Российской Федерацией. Конечно же, в том числе и европейцы, и Соединенные Соединенные Штаты Америки недовольны ситуацией, которая сложилась ну, на рынке газа. Мы с вами видим, да, что цены на газ показывают мыслимый и немыслимый рост. И Соединенные Штаты Америки таким образом пытаются своеобразно надавить на Российскую Федерацию, чтобы мы увеличили транзитные мощности свои, чтобы начали больше поставлять газа в ту же самую Европу. Почему Соединенные Штаты Америки вынуждены именно так делать, а не воспользоваться вот этой текущей ситуацией, и не поставлять свой сжиженный газ в Европу, ведь отчасти мы с вами знаем, что Соединенные Штаты Америки в какой-то момент даже боролись и говорили о том, что если российский газ уйдет из Европы, то мы-то вам как раз-таки и поможем. Но вот когда коснулась суть до дела, все мощности Соединенных Штатов Америки направлены на Азиатский регион и просто-напросто сейчас Соединенные Штаты Америки помочь своим газом Европе просто-напросто не способны. Ну а как заставить, да, как попытаться, по крайней мере, заставить Российскую Федерацию что-либо делать, это, конечно же, санкционное давление. Но мы много раз с вами говорили, санкционное давление, оно имеет свой эффект, конечно же, тогда, когда это, ну, какая-то сверх неожиданная да, новость, когда это незаурядное решение. Но за последние лет 7-8 мы, ну, Россия, да, в частности, настолько привыкли с санкциям со стороны западных держав, что одними санкциями больше, одними санкциями меньше. На данный момент нас пока что особо сильно этим и не напугаешь. Как я еще раз повторюсь, санкции, которые вот вносятся в поправках в оборонный бюджет, это долгоиграющая история и, конечно же, все это будет, может отразиться ну, в недалеком, а может быть и далеком будущем. Ведь сейчас Центральный Банк Российской Федерации совместно с Минфином заявляют, что денег у нас предостаточно и в денежных средствах из-за рубежа мы особо сильно не нуждаемся. Ну и к тому же, повторюсь, да, то, что мы говорили с вами во вчерашнем видеообзоре, Соединенные Штаты Америки не являются основным держателем нашего государственного долга. Поэтому, если, конечно, Американцы и ну и не захотят работать с нашим госдолгом, не, не будут иметь возможности особо сильно Россия от этого не потеряет. Основными держателями государственного долга, повторюсь, это является Сингапур, Великобритания, Нидерланды и Бельгия. Вот эти четыре страны, которые имеют основной вес в нашем государственном долге, который имеется за рубежом. В основном наш ну наш долговой рынок направлен на внутреннюю политику. Мы с вами знаем, что последние полтора года, да, ну как минимум год на нашего ПЗ скупают системообразующие банки такие как Сбербанк и ВТБ. Поэтому здесь особо сильно каких-то претензий, ну, опасений я бы сейчас на самом деле не испытывал. Мы с вами точно так же должны посмотреть на рынок черного золота. Под конец недели нефть вынесли выше отметок 77, и она устремилась к своим максимальным годовым значением на уровне 78. Это как раз таки еще происходит за неделю до того, как будет очередное заседание ОПЕК, где в очередной раз министры ОПЕК будут решать, а что нам делать с добычей нефти уже в ноябре месяце увеличивать добычу не увеличивать добычу и здесь нужно ну, так посмотреть на одну из цитат да это министр энергетики ирака который заявляет что опек сейчас устраивает именно текущие цены на нефть и картель опек плюс делает все возможное и невозможное чтобы удержать котировки нефти на значениях выше 70 долларов мы с вами прекрасно понимаем да как бы не топили сейчас за альтернативную энергетику западные державы Соединенные Штаты Америки мы помним да что предвыборной программой Джо Байдена было именно на альтернативную энергетику но нет нет да а альтернативная энергетика все-таки дает у нас сбои мы с вами прекрасно видим да когда замерзли в Техасе и без нефти особо никуда ураган Ида прошелся и без нефти опять-таки никуда запасы нефти по всему миру катастрофическим образом сокращаются, и здесь, конечно же, цены на нефть подстегиваются все выше, выше и выше. Но одновременно с этим, валюя все-таки здесь ложку дегтя в бочку с медом для быков, обычно такие выносы по сырью, которые мы с вами сейчас наблюдаем, они происходят именно в преддверии каких-то довольно-таки серьезных коррекционных движений. Я много раз уже говорил об этом, и многие меня за это уже начинают троллить, что коррекции никакой не будет, мы пойдем все выше, выше и выше. Но ситуация все равно уже чуть ли не как под копирку смахивает под ситуацию 2008 года. И аналогии можно приводить очень много раз. За последние э, полтора месяца, что я даже вернулся из отпуска и канал работает на постоянной основе, я много раз проводил аналогии и показывал вам да, схожесть ситуации 2008 года и ситуации 2021 года. Я лично считаю, что лучше не перебдеть, чем просто-напросто не добдеть. И еще еще один момент очень такой неприятный пришел для, отчасти на фондовый рынок. Касается он, конечно же, рынка криптовалют. Мы с вами знаем прекрасно, что эти инструменты являются довольно-таки рискованными. И вот именно ситуация на рынке криптовалют может сыграть злую шутку уже и с фондовым рынком. Потому что в Китае за, ну, вне закона теперь является любой вид деятельности с криптовалютами. И на этом фоне, конечно же, мы с вами видим, как биткоин резко начинает терять позиции в моменте он теряет более 7 процентов на текущий момент теряем 5 процентов и я считаю что это лишь пока только начало и пока игроки еще полностью не ну не поняли что на самом деле происходит ну а если начнутся распродажи на рынке криптовалют отчасти это сыграет хорошую сыграет положительно именно для золота. Мы как-то уже обсуждали эту идею, когда из этого актива начинают просто-напросто перекладываться в то, что не росло. Но опять-таки это лично мое мнение. Сегодня такое более философское, да, скажем, философский такой обзор, не подкрепленный какими-то еще и дополнительными факторами. Ну и напоследок, да, уходя на выходные, хотелось бы еще сказать про один важный момент, который многие почему-то сейчас упускают из Виды и не видно особо на каких-то новостных порталах, что эту тему как-то громко обсуждают. Это важное событие, политическое событие, которое пройдет 26 сентября в Федеративной Республике Германии, где состоятся все-таки выборы в Бундестаг, ну и, соответственно, будет решаться, кто будет все-таки дальнейшим канцлером Федеративной Республики Германии. К этому событию я советую присмотреться более внимательно и... Ну, внимательно понаблюдать, как будет создаваться коалиция. Мы прекрасно понимаем, что никто не возьмет там какое-то единое большинство и ни одна из партий, которые сейчас баллотируются в Бундестаг, не сможет сформировать сама свое правительство и назначить канцлера, это, скорее всего, будут какие-то коалиционные составляющие. Нам же самое главное понимать, что ни в коем случае не должны победить зеленые. Для Российской Федерации это будет означать фактически заморозку Северного потока-2. Это единственная политическая сила, которая категорически против, настроена против Российской Федерации. Все же остальные партии, которые будут баллотироваться в Бундестаг, более или менее логично относятся к Российской Федерации и лояльно относятся к тому же самому Северному потоку-2. Немцы очень такие сбережливые люди, и они умеют считать деньги, и они умеют отделять мух от котлет. Политика политикой, а бизнес бизнесом. Германия вложилась в этот проект довольно-таки существенно, и терять деньги, я думаю, немцы не захотят. Многие спросят, а почему же тогда зеленые так настроены? Ну, зеленые это финансируются фактически и Соединенных Штатов Америки. Это именно их э, протеже. И, конечно же, Соединенные Штаты Америки не очень хотят, чтобы Северный поток 2 все-таки существовал. Да, они не могут сейчас помочь Европе, но одновременно с этим они не хотят, чтобы усиливалась мощь Российской Федерации на газовом рынке Евросоюза. Поэтому вот здесь вот такая ситуация. И сами не помогаем, но и другим помогать тоже дать не хотим. Российская же Федерация, в свою очередь, пытается, да, вот благодаря будущей холодной зиме, благодаря не совсем грамотной политике Евросоюза, продавить то, что, о чем мы много раз с вами говорили, это отказаться, чтобы Евросоюз отказался от третьего энергопакета в адрес Северного потока-2. Дорогие друзья, ну вот такой небольшой обзор у нас сегодня с вами получился. Основные итоги недели мы, конечно же, подведем с вами уже завтра. Завтра мы обсудим ситуацию, да, и по рынку труда, которые вчера вышли пособия по Безработицы. Пособия были не самые лучшие. Мы увидели, да, что прирост пособия был более 350 тысяч, если быть точным 351 тысяча. После того, как мы видели, что уже вроде бы там и подходили к отметкам в 300 тысяч, но в очередной раз пособия пошли расти. Но здесь стоит отметить удивительное то, что с сентября месяца мы с вами знаем, что отсутствуют вот эти федеральные выплаты, которые были связаны со ситуацией со здравоохранением Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, это может дать определенный козырь тем политикам Федеральной резервной системы, которые настаивают на продолжающейся голубиной риторике. Ну, посмотрим, да, основная дата для рынка труда это 8 октября, когда мы получим с вами данные по нон-фарму. Основные итоги недели, еще раз повторюсь, будем подводить с вами Завтра в субботу поговорим более конкретно, конечно же, и о ситуации с ФРС, и о фондовом рынке Российской Федерации. Мы будем уже иметь представление, как закроется текущая торговая сессия. Здесь есть технические моменты, на которые тоже обязательно стоит обращать внимание, особенно с точки зрения техники. Внимательно стоит следить за, рынком, за индексом РТС. Дорогие друзья, если видео небольшое, вот наш сегодняшнее понравилось, ставьте обязательно лайк, если видео. Не понравилось, ставьте обязательно дизлайк, пишите обязательно свои комментарии, мнения, пожелания, вопросы. Критику тоже я всегда принимаю. Критики в последнее время я вижу у нас довольно-таки много, но мы с вами должны прекрасно понимать, что. Как бы кто меня не троллил, но валютная пара рубль-доллар находится на тех значениях, на которых она и должна находиться. И даже те же самые спекулятивные доллары, которые мы покупали две недели назад, ну, полторы-две недели назад, они тоже находятся в плюсе. Напомню, мы покупали по 72,7 по 72,2. На момент съемки видео доллар стоит 73.01. И, по крайней мере, мы не в минусе. Валютная подушка безопасности вообще себя чувствует превосходно. И еще раз вам повторюсь, дорогие друзья, вчера был вопрос в директ в инстаграме. Смысл хранить валютную подушку безопасности? Как раз таки валютная, она, если она не дает прибыли, валютная подушка безопасности, она для того и существует, чтобы удержать портфель в момент падения и не дать ему довольно таки серьезно просесть. Поэтому валютная подушка безопасности, это валютная подушка безопасности. Еще раз вам повторю, у меня довольно-таки обширный спекулятивный портфель набран, что из российских, что из зарубежных акций. Очень большие инвестиционные портфели набраны. Поэтому я, меня устраивает любой сценарий развития событий. Да, в текущей ситуации я больше все-таки склоняюсь к тому, что будет именно медвежий рынок в очень ближайшее время, чем продолжающийся бычий тренд. Но опять-таки это лично мое мнение, но если мы продолжим все-таки расти, меня это тоже вполне устроит. Мне самое главное, что сама валютная пара рубль-доллар удерживается на плаву, и мы с вами видим, да, что подпитка со стороны Запада, чтобы не дать у... расти рублю, все-таки идет. Дорогие друзья, не забываем подписаться также на канал, не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Точно так же, дорогие друзья, не забываем спонсировать канал. Это вы получите доступ прямые эфиры с ребятами из закрытого чата. Там есть еще несколько видео, которые, я думаю, тоже вам будут полезны. Ну и одновременно с этим, дорогие друзья, не забываем подписываться на наши социальные сообщества. Это ТикТок, Инстаграм, Яндекс.Зен, ВКонтакте, Телеграм-канал. Ну и на мой личный инстаграм тоже буду рад всех видеть на своем личном аккаунте ссылки на все наши ресурсы есть в описании и в закрепленном комментарии я же вам желаю хороших выходных отдохнуть набраться сил потому что умение работать это одно но одновременно с этим дорогие друзья я всегда всем своим знакомым близким коллегам э, говорю что умение работать это хорошо но главное как вы еще и умеете отдыхать смысл работать если вы не умеете хорошо отдохнуть и развиваться свою голову. На этом, дорогие друзья, прощаюсь. Пока-пока.